Cele mai cunoscute lucrări a compozitorului, aranjorului, profesorului, maestrului în arte, Oleg Negruța. Este cunoscut doar faptul că sunteți din Odessa. Ну, я родился в Одессе. Мой папа из села, мама вообще из Великотерного, болгарка. Мой пра родственник по маме был митрополит Болгарии. А папа из села Александровка, молдавское село. Din ce район? Вот, Вознесенского района Николаевской области. Вот. Он приехал в Одессу, чтобы учиться в Муздрамине, он учился и работал. И потом они поженились, а потом пошли дети. Я второй, потому что первый, Амурит. Вот. И так мы жили в Одессе, папа был музыкантом, тромбонистом оперного театра, артист оркестра. У дні ювілею відбулась прем'єра балету Чайковського «Лебедине озеро». І ми жили в одній кімнаті. Я, брат, мама, папа, сестра. І ми всі в одній кімнаті. І там була і музика, і там були... Все. Și cum ați studiat în așa condiții? В парадной мы занимались, в школе мы занимались, на чердаке мы занимались, но где угодно. Știu că ați studiat foarte serios muzica. Da, serios. Сначала как скрипач. Oleg Negruța a absolvit colegiul de muzică din Odessa, clasa vioară. И потом, после армии уже, я приехал по теоретическим дисциплинам и на композиторский факультет поступил в Кишиневскую консерваторию. Dar când v-ați decis să veniți la Chișinău? Ну что здесь Валера учился, брат мой учился у Няги. Валерий Негруца este fondatorul orchestrei de muzică populară Mucuriel. Бросай скрипку, из тебя ойстрах не получается, приезжаю, у тебя есть какие-то там опусы, ну, между нами говоря. Петимпур, инчеркас дежа со скриет? Да, у меня были кое-какие сочинения вокальные, инструментальные, были, но такие юношеские. Но потом я все-таки к этому более внимательно отнесся. Меня проверял Сарахватов, Гуров, Лобель и приняли в консерваторию на композиторское отделение. Где я занимался не 5 лет, а 6, я один год повторил. Потому что Сарахватов уехал в Одессу, Валерий Сарахватов. А я переведи меня к Соломону Лобелю по композиции. И вот у меня дипломная работа была «Голубая перчатка» Манушалбасу, Димитриеву. Оперета мюзикл, а также 4 частях квартет струнный. Multe lucrări ale dumneavoastră sunt bazate pe teme folclorice. Да, есть какие-то, так сказать, доли, безусловно, потому что без фольклора мы ничего не стоим. Фольклор – это богатство, которое, так сказать, нас всех воспитало, и без этого невозможно. И потом, если мы едим здесь хлеб, то мы должны и чувствовать, какой тональности этот хлеб. Музыка.
anii 60, Oleg Negruța a colaborat cu marele dirijor, compozitor, orchestrator Chico Aranov, care pe timpuri a condus una din cele mai prestigioase orchestre de jazz din spațiul socialist, Bucuria. Меня Аранов пригласил, я написал несколько произведений оркестровых, и потом еще Дарика Рожка пела «Тесалут Кишине». Despre istoria apariției acestei piese își amintește autorul muzicii. Был такой Ларик Стихий, учился у меня, со мной в консерватории, он умер, Иларион. Он написал «Флориал Бедекрин». Прелесть, поэзия. А я прихожу к Аранову, он говорит, не надо, дай нам что-нибудь другое. А что дать? Пусть музыка остается, вызывает Ильяну, познакомит. «Тесалут Кишине». Пожалуйста, повторим. Non problem. Piesa Te salut Chișinău reprezintă un adevărat hit, deoarece și în prezent se bucură de succes. Muzica Oleg Negruți, text Liviu Deleanu, voce Dorica Roșca, acompaniată de orchestra de jazz Bucuria, dirijor Chico Aranov. Chișinău, rusca din soare, mândru pe gașul tău, n-ai asemănare. Ridicat în mii de stele, pare un băț în poveste, și ești sediul vieții mele, de aventuri tinere. Te salut, Chișinău, îți cânt iubirea, когда они приезжали в Москву, вот «Тесалут Москва», «Караганду», «Тесалут Караганда». Această piesă a fost selectată pentru concertul de inaugurare a Big Band-ului Noroc și interpretată de Svetlana Ciobanaș. Dragul meu, Chișinău, cât mi-e de bine, în sub largul cer al te iubesc și cânt cu tine. А потом Ефим Болцанов пел с оркестром, а потом Петр Ишанов, Георгий Ишанов, потом Надя Чепрага, потом Бидная Оля, потом остальные, Мишо много записывала, Оля Чухри. Primele piese imprimate pe discul de vinil care s-au bucurat de popularitate au fost Te salut Chișinău și Primele frunze. Сюек написал красивый романс со мной вместе. Я написал музыку, когда я знаю эту женщину и начинаю перечислять все, что он знает в ней, хорошее, плохое, все, вплоть до
красоты женской. Все он знает. И в конце было написано, но я эту женщину не знаю. По-румынски. Am observat că jazzul e mai aproape de sufletul dumneavoastră. Джазовая эстрадная музыка в первый молодежный, так сказать, период моего жизненного пути преобладала песня эстрадная. Почему? Потому что меня тянуло к таким ритмом эстрадным, то есть синкопированная музыка плюс пряная гармония такая перченая, то есть то, что есть в джазе. Это меня больше интересовало. А когда я закончил консерваторию и писал оперетту, мюзикл, почему мюзикл? Потому что он уже с элементом джаза был. Так мой шеф был шокирован, но он терпел. Он терпел, потому что он не мог иначе. Это он был такой классик, такой педантичный, и вдруг услышать у Швари ЧП. Oleg Negruță a semnat muzica și aranjamentele pentru o bună parte din lucrări a programului interpretat de Quintetul Moldova Brass. Делал аранжировки для них, потому что были изумительные ребята. Кырстя, потом Вороновский, Буфти. Когда учишься в учебном заведении, и ты у педагога, так сказать, под пятой, и он дает тебе задание. Ты знаешь, как расположить голоса с голоса ведения, чтобы было удобно сопрано первое, второе, и как куда повести, потом без скачков, потому что если большие скачки, так говорят, вот вы, композитор, написали, спойте эту фразу. Он говорит, не могу, а что же вы хотите, чтобы мы спели? Это не трудно. И поэтому знаешь уже четвероголосие, и уже знаешь, что басы, там диапазон их такой-то, баритоны такие, сопрано, альты, и тогда уже это входит в кровь. А, это что касается хора. Потом появился такой коллектив Евгения Янаки. Папа.
Numeroase fonograme cu muzica semnată de Oleg Negruță constituie fondul Radio Moldova. Chișinău, Chișinău, verdele făgașa tău, e cu culdorurilor mele, dura spre soare și spre stele, dacă ai ști cât de mult te îndrăgesc. Касается инструментов, ты должен при каждый раз зайти в оркестр и слушать каждый инструмент и прочесть и изучить его диапазон, его возможности, его регистры, где мягко, где не очень, где трудно, где вообще неисполнимо. Потому что есть такие, которые ляпают что угодно, а потом тебя не могут играть. Это все знание, но оно за один день не делается, нужно годы, а не каре. Которые, да, изучать надо все, а это только с годами познаешь. Вот это и есть академия, это и есть жизнь, это и есть творчество. С каждым годом ты должен быть умнее. Una din lucrări semnate de Oleg Negruță este și concertul pentru clarinet și orchestră de cameră. Вокалисты играли в Карнеги-холле, в Америке даже, дети.
говорить о музыке, это все равно, что танцевать об архитектуре. Un colaj de melodii de popularitate în aranjament de Oleg Negruța. În scenă, Sergiu Mușat, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijor Savin Păuța. Должен занимать человек, который в этом искушен. А остальные не стоят. Музыка не приносит никакой пользы, да и ни материальной, ни моральной. Familie Negruță, muzica e dominantă. Fratele Valeriu de mulți ani a stabilit cu traiul în Franța. Valera a уехал благодаря тому, что его на 4 месяца послал Емельяновичу, но он остался там навсегда. Сестра Виолетта Негруца заведует музыкальной частью театра в Москве, театра Владимира Маяковского. И пишет музыку. Ținerea trainică vine de la soția sa. Она сама одного курса не закончила, консерваторно была пианистка, но полностью углубилась в семейные дела, в семью, дети. И она дала предпочтение своему мужу. Она сделала все возможное, чтобы он кончил консерваторию. Дочка завершила НЯГУ училище и поставила точку. По фортепиано? По фону, да, фортепиано. А сын кончил консерваторию, потом в Вербецкого, потом аспирантуру, и потом кончил еще в Нью-Орлеане, еще одну аспирантуру. Олег Негруца є профессор ал дисциплинелор музикал-теоретиче де ла фондаря школи де арте Алексей Стирча. Композиция – это факультативно для способных детей. Это сливки.
То есть их считанное количество. От года на год, не по городу. Потому что бывают годы, когда у меня дети... Вот, например, у меня была девочка одна, которая на стихи Ивана Филиппа написала детскую оперу. А были дети, когда писали сонаты для фортепиано, концерт для аккордеона, который сейчас он кончил консерваторию, его приняли в Союз. Моисейчук, мой ученик. Еще одна ученица, она уехала в Германию, тоже композитор, Караидала и так далее. То есть способные, они продвигаются. Надо способным помогать, а бездарные пробьются сами. Не обращаюсь к песне, я пишу романсы в моем возрасте, это более естественно. Это есть в интернете. Телезритель, я бы пожелал, чтобы побольше было людей, которые радуют их души, слух их и их детей. Чтобы больше было оптимизма, потому что очень много негативного в жизни. И, так сказать, наше искусство должно украшать не только слуховые навыки, но вообще облагораживать жизнь людей.